А если у щенка черное небо, то он точно. Собаку ни в коем случае нельзя кормить сырым мясом. Пес, однажды почувствовавший вкус крови, как вампир, будет все время хотеть крови. Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family, и это рубрика Magic Facts. Недавно в комментариях кто-то спросил меня: Аня, правда, что если собака будет есть сырое мясо, она станет злой? Так что давайте сегодня уже разоблачим эти безумные, ложные, абсолютно нелепые факты о собаках, которые кто-то когда-то придумал. Подписывайтесь на наш канал, с нами всегда интересно, и поехали! Я, например, на Ютубе иногда сталкиваюсь с блогерами, которые говорят ложную информацию. И самое обидное, что это смотрят люди, особенно дети. Они потом так и думают, ведь это им типа так эксперт сказал. Поэтому я за то, чтобы на Ютубе была только правдивая и правильная информация о животных. И всем вам очень рекомендую подписаться на классный канал Pet Shop Blog. Там, кстати, девушка Алина, и у нее тоже чихуахуа, зовут его Черчилль. Надо нам как-нибудь с ними познакомиться. У них на канале и обзоры товаров, и зоокормов, и реальные полезные советы от ветпрофессионалов. Истории из жизни, репортажи о животных, а не всякая там непонятно откуда взятая вообще информация. Так что, если вы за реально полезный и, главное, правдивый контент, подписывайтесь вместе со мной, ссылочку я, как всегда, оставлю в описании к этому видео. И, кстати, сейчас на Pet Shop Blog запущен в последнем ролике очень классный конкурс с крутыми призами. Ну и, наконец-то, поехали! Один из самых бредовых и, наверное, самых популярных мифов о собаках – это то, что сухой нос у собаки означает, что она болеет, а мокрый и холодный – признак здоровья. Но это не так. Например, при такой болезни, как ринит, с обильным выделением слизи, нос у собаки тоже становится мокрым и холодным. А после физической нагрузки или пробуждения, или на жаре, нос у собаки может быть теплым и сухим. Так что для того, чтобы определить, болеет или здорова ваша собака, не надо ориентироваться на нос. Лучше измерьте температуру, если у вас есть какие-то подозрения, и следите за симптомами и обязательно поведением вашей собаки. Кстати, напишите в комментариях, может быть, вы знаете еще какие-нибудь безумные факты о других животных. Миф номер два очень известный и очень распространенный. Это то, что нельзя просто взять и стерилизовать собаку или кошку, ей нужно обязательно хотя бы один раз до этого дать родить. Ну, Софиша, например, никогда не рожала и была стерилизована достаточно рано. Сейчас ей почти 6 лет, и она прекрасно себя чувствует и ничем не болеет. Дело в том, что эта теория возникла в результате очеловечивания животных. Существует мнение, что женщине, чтобы быть счастливой, нужно обязательно родить ребенка. Животные не испытывают таких эмоций, они руководствуются инстинктами. Материнский инстинкт появляется у собак после родов и живет, пока в организме есть гормоны. Но после 1,5-2,5 месяцев собаки перестают интересоваться щенками. Собака, у которой нет в этот период щенков, не испытывает комплекса на тему их отсутствия. Кроме того, согласно мнению зоологов и ветеринаров, болезни у рожавших и не рожавших кошек и собак одинаковые. Так что роды не влияют на состояние здоровья собаки или кошки, а стерилизация даже снижает риск развития различных онкологических заболеваний. Например, у нерожавших стерилизованных кошек и собак вообще болезней меньше, чем у рожавших по статистике. Поверьте мне, намного больше на здоровье вашего питомца влияет окружающая среда, экология, конечно же, обязательно просто питание и также наследственность. Я сейчас сказала и о собаках, и кошках, а если вы хотите отдельное видео про кошек и безумные заблуждения о них, то ставьте лайк этому видео. Например, действительно ли им нужна так сильно рыба или молоко? Миф третий очень смешной. Если у собаки черное небо, то она обязательно злая. А если у щенка черное небо, то он точно тоже будет злым. Цвет пасти определяется только количеством пигмента. Просто у темных собак его больше. Учеными не установлено никакой связи агрессии и черной слизистой оболочкой пасти. Запомните, агрессия – это результат воспитания или его отсутствия, и она никак не связана с цветом неба у собаки. Четвертое. Выбирая щенка, нужно брать того, кто родился самым первым, и тогда он вырастет самым крепким и крупным. Матка собаки имеет форму полумесяца, поэтому первыми рождаются те щенки, которые ближе всего к краю маточного рога. Ну, так уж сложно это называется. То, что щенок оказался на этом самом месте, это просто прихоть природы и не более того. Да, действительно, иногда последние щеночки рождаются чуть более слабыми, но вы никак, когда посмотрите на щенков, не определите по ним, кто родился первым, а кто вторым. Подумайте сами. Ни на его дальнейший рост, ни на характер это не оказывает никакого влияния. Собаку ни в коем случае нельзя кормить сырым мясом, иначе она станет злой. Некоторые думают, что пес, однажды почувствовавший вкус крови, как вампир, будет все время хотеть крови и от этого будет злым. Я не буду углубляться и говорить про название этого, но в мире вообще есть даже такой принцип кормления собаки сырым мясом. И этому принципу следуют просто тысячи владельцев собак в мире, и я сомневаюсь, что у всех у них злые собаки.
Даже наоборот, они считают, что это хорошо для здоровья, и собака становится более веселой, жизнерадостной и активной. Это реально глупое утверждение, которое не несет в себе никакой научной основы. Не станет собака вампиром, и не станет она по ночам выжидать своего хозяина, чтобы его съесть. Это полный бред. Так что не верьте первому написанному или сказанному слову, проверяйте все сами, увидимся скоро в новых роликах. Пока! Да? Пока? Пошлите!